Всем доброго времени суток, дорогие зрители. Вот вам дизайнерская квартира 3 плюс 1. Красота. В хорошей локации, подходит под ВНЖ. 3 плюс 1. В одном из хороших комплексов с огромной территорией. Тут есть открытый бассейн. Открытая парковка, генератор, ухоженная зеленая территория, а также сауна в квартире. О. Огромная душевая кабинка большая, 2,5 квадратных метра. Полезная площадь 190 квадратных метров. Теплые полы. Так. Теперь ставим лайк, если вам понравился этот дизайн. Пишем комментарий. Мебель, как я вижу, качественная. Фирма, кажется, Дотаж. Сейчас я увижу. Качественный застройщик строил. Так, спальни большие, вы сами увидели, квадратные метры не буду сейчас говорить вам. Вот здесь у нас терраса. Большая терраса. Вид на горы. Глазами все видно вот так. И вот огромная территория, состоит из нескольких блоков. Открытый большой бассейн, крытый бассейн в той стороне. Зона барбекю, беседки. До моря 7 минут ходьбы. Рядом есть инфраструктура для жизни. Это сеть магазинов Тахтакале, Кочташ. Метро недалеко отсюда, торговый центр Аланиум, район Оба, как говорю, подходит под ВНЖ квартира, купаются. Проект в районе Оба, здесь именно один из больших территорий. Проект был сдан в 2006-2007 году. Пятиэтажки, черепица, видите, да? Так что в квартире не жарко, я зашел, все было закрыто, двери. Территорию не смогу показать, потому что огромная территория. Вы вот увидели уже все с роликов. Вам, я думаю, что достаточно. Мраморная лесенка. Спускаемся вниз, какой красивый дизайн. Так. Кондиционеры старые, но их можно поменять. Бытовая техника тоже. Аксен телевизор фирма. Ламинат во всей квартире. Бэка бытовая техника. Вид с кухни. Первый балкон большой. Который можно тоже застеклить. Будет дополнительная комната, если желаете. Есть охрана, видеонаблюдение. Итак, здесь у нас вход. Освещение тут сделали, красиво придумали. Здесь санузел без душевой кабинки, первый внизу. И тут родительская спальня. О, классно, вот такая вот. Красиво. Красиво. Потолок серенький.
Второй балкон. Ага, здесь кондиционер. Лев, еще санузел. Здесь ничего нету. Здесь просто санузел. Унитаз забыли установить. Или кто-то украл. Да. Все, верхний этаж, 4-5. Лифт все нормально работает. Проект хороший, качественный. Хорошая управляющая компания. Айдат 900 лир на данный момент. Так вот, огромная территория, дорогие зрители. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. А также есть у меня здесь квартира 2 плюс 1. Цена 3 плюс 1. 332 тысяч евро. Цены 2 плюс 1 меняются от 210, 205, 215 тысяч евро. Вот так, в этом проекте. Все, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Оба. Могу найти и предоставить вам хорошие варианты. 1 плюс 1, 2 плюс 1. В Махмутларе у меня много вариантов. Кто хочет, даже от 80 тысяч евро есть и выше. В открытых районах цены высокие, чем в закрытых районах, это естественно. Чем ближе к городу, цены идут вверх. Всем пока-пока, жарко. Не могу говорить. Пойду купаться.